В рамках празднования Дня молодежи, юных и не только юных красноярцев, пригласила на свой праздник 4-летие радиостанция «Русская волна». В честь этого события перед Дворцом спорта имени Ивана Ярыгина публику порадовала восходящая звезда Чичерина, рассказывает наш корреспондент. Молодежь нашего города всегда не прочь повеселиться. А уж вчера к веселому времяпрепровождению располагала сама природа. И несмотря на будний день, в ожидании зрелища перед Дворцом спорта собралась громаднейшая аудитория. По-видимому, слишком высокая плотность молодежи на 1 квадратный метр вынудила небольшие компании расположиться в зеленой зоне отдыха прямо на траве. Но не только потанцевать и полежать на газоне собрались юные красноярцы. Организаторы праздника, Комитет по делам молодежи города, радиостанция «Русская волна», МТВ 29 канал подготовили для молодых людей конкурсы, сюрпризы, подарки. Воздушные шары, оказывается, любят не только малыши. Вполне взрослые и степенные люди также с удовольствием приобретали их. На неприятностях в виде мусора мы останавливаться не будем. Культура пребывания в общественных местах остается на совести повеселившихся. А вот на долгожданном выступлении, подходящей звезды попсового пения, мы чуть задержимся. Чичерина впервые в нашем городе. Это первые в ее жизни гастроли. К тому же организовала их радиостанция «Русская волна». Поглазеть на героиню популярного видеоклипа молодежь собралась со всех концов города. Как поделилась своими впечатлениями сама Чичерина, Красноярск ей понравился, и она даже отправила открытку в фирм Дворца спорта своей маме на память. А из достопримечательностей нашей провинции она больше всего хотела бы увидеть красноярские столбы. Купила набор открыток, чтобы отправить открытку маме домой. Какой вы открыток оставили? Что там? Там вот этот дворец спорта изображен с видом реки с Меликом. А что вы больше всего хотели увидеть вживую из того, что увидели на картинках? Столбы. Столь экзотичное желание, пожалуй, соответствует имиджу исполнительницы. Заключение ей не чуждо. Даже внешний вид девушки говорит сам за себя. От желающих получить автограф заезжей звезды не было отбоя. В ход пошли не только плакаты, но и воздушные шары. Целое мероприятие удалось. Только домой молим, как всегда, пришлось забираться частично пешим ходом. Надежда Проскурина, Ярославна Ожерельева, Евгений Андреянов, Красноярск сегодня.